Сегодня метель, вьюга, и столько снега навалило. А мы домой с пакетами. Тут везде салюты. Что, Надя села в такси? Пушистый прям снег, классный. Сбоку здесь большая вывеска. Все, уже дома. Скоро-скоро Новый год у нас в Новокузнецке. Время у нас не московское, поэтому сейчас будем на стол накрывать. Пашка уже салат сделал. Сильно много заморачиваться не будем. Вот. Кто меня спрашивал, на шары по 10 рублей скидка есть? Девочки, нет, представляете, в этом году со скидкой прям заморочено. Заморочено в каком плане? Не дает магнит такой скидочки. Вот такие вот шарики именно с драконом. Сейчас я все открою. По 19 рублей, ну, то есть 20 рублей. И там также вот эта штучка болтается, ну поняли, да? Коломеев. Вот, по 19 рублей. По 10 рублей ничего нету. Так, какой интересно себя оставить. Трехглавый, что ли? Трехглавый, наверное, себя оставлю, остальные на подарки. Ну а сейчас мы будем на стол накрывать. Уже Путин говорит, а мы еще на стол только накрываем. У нас не успел еще ничего такого накрыть. Да ничего не надо. Шампанское есть, колбаса есть. Закуска есть. Хороший стол. Разве никто чокаться не собирался? А ты че? Ты что, давай чокаться-то? Ты снимаете, что ли? Конечно. Ну сейчас... слабенько, прикинь, там же машины стоят. Парень прям такой скромненький. Там же на маркете хорошие стоят, но сама оттуда. А если бы полетело хорошо, там уже деревянное здание. Ну... Там он побоялся бы загориться, блин. Так деревянный. Так это он и полетел. О, в окна. Выключи, Ань, свет. И пошел. Да. Капец, он прям в окна летели. Там в окна, блин, он там свои. Охуеть. Это кто такой дурак? Так они вон в дом зашли, обои заходят в дом. Прикинь. Кто-то вот где вот эти элитные дома, нет, во дворе у них нет. Поставил вот эту. Блин, так они в дом и пошли опять двое. Тихо. Где еще? Ты смотри, там молокошка прям что-то убила, он летел, сидишь, горит. Как он тоже залетел в квартиру. И оно как по окнам начало. Там же и машины дорогущие. Офигеть. Мы тут немножко пьем шампанское, заодно тут кушаем, болтаем, музыку слушаем со Славкой, созваниваемся. Вот он и Илинке. У них, говорит, мало фейерверков, а у нас вон там долбит. Спешу поздравить вас с Новым годом. Уходящий год покидает нас навсегда. Пусть Новый год принесет море счастья, океан любви, крепкого здоровья, успеха, удачи, радости и всего самого наилучшего. Веселитесь от души круглый год. С праздником вас, мои дорогие!
Девчонки, мальчишки, я с вами. Ой. Я не знаю, мне кажется, я даже вот этот бокал так и не допью шампанского. Наверное, пойду спать. Честно, ну вы знаете, если мне весело, я весело и танцую, и все, как бы у меня все идет так, знаете, все шуршит. Сегодня я вообще не могу. Так. Мои пошли салюты, фейерверки смотреть. Я не хочу. Слышите, все громыхает, громыхает. Пашка, я два салата сделаю. Горячим мы, правда, не стали. Не знаю. Они говорят, мы наелись, мы не хотим. И что-то я тоже что-то накрыла, как бы немножко перекусила, и все, я тоже не хочу. Всех, конечно, поздравляю с Новым годом. Здоровья, счастья, благополучия. Чтобы, наконец, это все закончилось, все плохое. Чтобы все дождались своих сыновей живыми, здоровыми. Чтобы детишки все здоровые были. Ребята, давайте. Так, я не знаю, как камера чукаться. В общем, с Новым годом. Ой. Я думала, буду плясать, танцевать, но, девчонки, вообще никак. Даже не хочу вам передавать свое вот такое настроение. Лучше давайте вы будете веселитесь. Если, знаете, может быть, я посплю. Посплю, и потом у меня будет, может, настроение, энергия, бодрость.